Всем привет! Сегодня 26 октября, Московская область. Я занимаюсь деревьями. Вообще, фруктовый сад у меня очень молодой. Деревья 2-3-летки. Это абрикос, 3-летка. В этом году цвел, но ягодок не увидели, потому что у меня сорт не самоплодный. Нужен опылитель. Я не успела еще посадить сорт, поэтому оставлю это на весну. Но белю я и осенью, и весной обязательно, потому что деревья молодые. Чтобы убрать морозобой на коре и солнечные ожоги, потому что кора очень тонкая и подвержена ожогам, я всегда белю. Белю очень хорошо все развилки, и не только ствол дерева, но и скелетные ветки. Ну, конечно, не по самую макушку, но их тоже я затрагиваю. Краску в этом году купила, новую. Мне ее посоветовали, сказали, очень хорошая. Краска для садовых деревьев. Вот такая. Хорошая вот она или нет, я, конечно, оценивать буду позже. Но при нанесении мне она понравилась. Она очень густая. И наносится очень мягко и очень плотно. Мне это нравится. Такое ведерко стоит 100 рублей в Московской области. Производитель — это тоже Московская область. Побелку деревьев я провожу, когда на улице не менее плюс 5. Вот сегодня у нас плюс 13. Самое отличное время, чтобы побелить деревья. Также... Все деревья у меня посажены на возвышение, так как у меня близко залегают грунтовые воды. Ну, в течение сезона, конечно, это возвышение подмывается при поливах. Поэтому заложила здесь подушку из березовых листьев и закрыла небольшим слоем земли. То есть... Можно так утеплила корневую систему дерева. Все. Деревья в этом году не обрабатывала вообще. Мне нравится, когда с осени обрабатываются деревья от разных заболеваний, да. Но в этом году не успела. Я считаю, что сейчас уже поздно. Надо было это делать раньше, когда еще листвы много на деревьях. Ну, в принципе, она уже облетела. Вот абрикос только остался с небольшим количеством листвы на макушках. И все. Все остальные деревья у меня без листвы. Все, остались одни скелетики. Поэтому считаю, что обрабатывать нет смысла. Буду это делать весной. Здесь, например, растет яблоня. Это 3-летка. В этом году был уже урожай. Отличные, очень вкусные яблоки. Тоже также побелила и подсыпала здесь земли. В этом году посадила еще черешню. Это сорт Ипуть, 2-летка. Здесь посажена груша. Ей уже 4 года, но не особо оно, само дерево большое, вот буквально, наверное, 1,60 м. Но второй год дает урожай. А здесь 2 сорта привито. Памяти Жигалова, насколько я помню, и Сусова. Но груша очень вкусная. Одна попозже, другая пораньше. Но второй год уже едим. Небольшой урожай, но у каждого сорта, наверное, по штучек 10 она приносит. Здесь высадила весной в прошлом году сливу. 2-летка она. Вообще у меня все растет по парам, но кроме вот абрикоса. На следующий год буду высаживать еще один сорт абрикос, потому что весной он у меня пропал почему-то, не знаю. И еще хочу пару яблонь посадить. В прошлом году весной высадила вишню. 2-летка. Это сорт Владимировская. И в этом году весной также посадила сорт Шоколадница. Про обрезку. Обрезку всю буду делать весной. Потому что, видите, здесь и веточки вовнутрь растут, и здесь такие волчки есть. В общем, за зиму кое-что и подмерзнет вдруг, потому что зима в Московской области, она нестабильная. Всю формировочную обрезку все буду делать весной. Еще не сказала такой момент, что деревья хорошо проливала. Это было до отпуска, я считаю, месяц назад. Я прям бросала сюда шланг и заливала все деревья. Сейчас, конечно, это уже поздно делать, это уже не стоит делать. Но, в общем, в зиму деревья должны быть напоены. А у меня на сегодня все. Небольшое видео с моего огорода. Я желаю вам всего самого хорошего и всем пока!